уже почти весь рынок работает. Ну так он тут местный. Испугалась? Собачка классная. Ну, собачка прикольная. Ну, ребята, рынок почти весь открыт. Сегодня у нас какое число? 20-е. Вот так вот. Новый отдел на Суперсаме морском. Вот, посмотрите, у нас в продаже морковь по-корейски. Вот цена и капуста. Морская капуста, салат шуба, потом салат оливье, бурячок с чесночком, салат с крабовых палочек, кабачки жареные, окорочка тоже жареные, вот такие цены. Это 9,90 за 100 грамм. Огурцы в маринаде, хек жареный, мясо по-французски и отбивные. Вот так вот выглядит этот отдел. Так что такой небольшой решил отчетик сделать за 20 число для вас. Еще раз покажу, что появилось новое Суперсам морской. Ребята, это уже вечер, идем с моря. Вот, решил для вас поснимать, показать, как люди отдыхают. Ну, знаете, негативные вот эти все коронавирусные новости, никто, люди, походу, не смотрит, отдыхает, получает эмоции положительные. Вот. Я не говорю, чтобы не носили маски, но на отдыхе, когда свежий воздух, море, это все как бы, ну, глупо. Глупо, просто глупо. Поэтому приезжайте, отдыхайте. Все только открывается. Сезон, конечно, с запозданием, но ничего, будет все нормально. Это специально для вас пока. Конечно, людей еще не так много, как обычно было. А мы пойдем покушаем шашлык. И тоже поснимаем для вас цены, что как. Ребята, нам принесли шашлык. Цена куриного сколько было? 90 или 100? Короче, по-моему, по 90 гривен был шашлык. Вот, это свинина, насколько я понимаю, по цвету, это куриная. Такая вот интересная подача, по бокалу пива. Сейчас попробуем, скажем, свои впечатления. А, знаете что, мне приятно удивило то, что можно оплатить это все через Приват24. И цены на самом деле нормальные. Мы лазурного такой арт-объект для фотографий.